В Майкопском районе во время несения службы сотрудники ДПС обратили внимание на отечественный автомобиль, который подозрительно маневрировал на проезжей части. Требования госавтоинспекторов об остановке транспортного средства водитель проигнорировал. Началось преследование. Спустя некоторое время инспекторам удалось задержать правонарушителя. Им оказался 28-летний житель города Майкопа. В ходе дальнейшего разбирательства стражи правопорядка насторожило поведение водителя, в связи с чем ему было предложено пройти медосвидетельствование, но мужчина ответил отказом. Что выпивали, скажи? Пиво. Сколько? 3 бокала, 0,5 выпил. Кроме того, выяснилось, что ранее майкопчанин привлекался к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде и, соответственно, прав не имел. Сейчас в отношении правонарушителя собраны материалы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отметим, что за 5 месяцев текущего года в Адыгее возбуждено 60 уголовных дел данной категории, из которых 57 направлены в суды. МВД по Республике Адыгея разъясняет гражданам основные правила поведения на месте совершения краж. Если похитили имущество, в первую очередь потерпевшим необходимо незамедлительно обратиться за помощью в полицию по телефону 02 с мобильного 102 или к своему участковому уполномоченному. Об остальном далее. Если вы заметили какие-либо подозрительные предметы на месте преступления, окурки, чужие предметы или вещи, то постарайтесь максимально сохранить их в том виде, в котором обнаружили. Если на улице неблагоприятные погодные условия, дождь, снег, то по возможности необходимо укрыть их подручными средствами. В том случае, если у вас была совершена кража из кармана или сумки, помимо звонка по номеру 02 с мобильного 102, необходимо попытаться составить перечень всех предметов, которые находились в кармане или сумке. Придерживаясь этим простым советом, вы поспособствуете стражам правопорядка в скорейшем раскрытии совершенного преступления.